Так, я пока меня готовят к съемке, я быстренько поотвечаю. А снова говорю, что хотеть детей, девочки, это, знаете, как вот, ну, встретишь человека и, наверное, как бы захочешь. Пока у меня вообще таких мыслей нет. Прическа называется, ну, мы ее назвали «Стрижка Камерон». Можете по хэштегу перейти, посмотреть, и там в разных ракурсах просто. Благодарю, приятно. Я поняла, джемпер, который я за рулем еду, это я купила в один стор. Я сейчас напишу сюда. Слушайте, я пока, честно говоря, не решила. У меня еще есть разгон времени. Посмотрим. Делаем мокрую волну. Мне нравится, кстати, самосовершенствоваться во всем. И тело, и развиваться, и учиться. Вот, наверное, это можно посчитать как хобби? Так, по поводу машины и денег. Я не рассказываю, сколько что трачу, сколько мне дарят, что мне дарят, с кем отношения. В общем, это не трачу. Слушайте, я хотела сказать, смотрите, какие крутые липучки для волос. Такие стильные, можно с майкой, с курткой залепил. Так, в секции хип-хоп, антигравити, батуты. Вот. Ну, а языки китайский, английский и информатика еще. Я считаю, что если вы пока хотите в этом состоянии побыть, побудьте, депрессовать, это нормально. Наш мозг не может быть постоянно в позитиве. Это нормально уходить в минор. Но не зависните там. Ребят, спасибо вам, заблагодарю вас за понимание, но, в общем, как вы поняли, я немножко не подрасчитала время, все ваши вопросы уже исчезли, а я не успела ответить даже, мне кажется, на 5%. Давайте мы повторим. Пока мы едем со съемки, сейчас в гости наговорю. Я не знаю, где липучки эти купить, я... Спросила у визажиста, он сказал, что он не знает, но уже нету там, где они были. В общем, если кто-то найдет, киньте мне тоже ссылку. А давайте чуть-чуть уточним. Вы хотите салоны, где, что я в салоне делаю, или что я беру домой, то есть какой у меня дома уход. И сделать разбор, как вот я сделала вот с Гино, что я дома Гино косметику делаю. Спасибо вам большое. Я сейчас одно такое, очень много сообщений. Вас, девочки, с днем мамы и всего хорошего. И просто приятных слов пришло. Спасибо огромное. Вот такая красота. Да пока, честно говоря, не знаю про день рождения Саши. Мы думаем, как лучше сделать все. Посмотрим. Вот, честно говоря, думаем сейчас. Вот вчера обсуждали все это.